أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим продолжить цикл передач, посвященных теме такфиризма. Для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого нашего гостя шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Валейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Уважаемый шейх, мы хотели бы продолжить эту тему обсуждать, как множество передач мы уже обсуждаем, растолковываем ее, приводя и аяты Корана, и хадисы, и мнения ученых суннитских, что такфиризм, ну, можно другими словами сказать, ваххабизм, очень сильно противоречит всему учению ислама. Хотелось бы продолжить эту тему обсуждать. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Я напомню, мы говорили, помимо того, что мы говорили о такфиризме, как вы верно напомнили, мы хотим посмотреть на некоторые слова, на некоторые высказывания самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, в которых содержится явное противоречие, а порой и просто-напросто наглая ложь. То есть мы сейчас начали с прошлой передачи, начали отдельную тему, тоже касающуюся такфиризма, но уже мы с другой точки. Мы уже посмотрели на аят Священного Корана, посмотрели на сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, и посмотрели на фетвы, мнение ученых, фетвы разных мазхабов, что они, какие у них были фетвы, каково их мнение по поводу такфиризма. Мы это все закончили. Теперь мы не хотим опровергать Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. У нас нету сейчас цели сказать, что вот по тем-то или не по этим-то причинам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб не прав. Мы просто хотим посмотреть, что он говорил в тех или иных своих книгах, в тех или иных своих письмах. Письма у него огромное множество. У него есть Ар-Расаль аш-Шахсия, целый сборник, где, куда включены его письма. Он писал письма разным правителям, писал письма разным ученым и так далее. Переписок у него очень много. И эти переписки опубликованы. И причем не все его письма вошли в Ар-Расаль аш-Шахсия, сборник его писем. Некоторые, допустим, обнаруживаем и в других книгах, также обнаруживаем его письма, отдельные его письма. Но так или иначе, что мы хотим сделать? То есть это нужно понимать, что мы сейчас делаем, чем мы сейчас занимаемся. Мы занимаемся тем, чтобы посмотреть, что он сам говорил. Почему? Потому что мы в конечном итоге придем к тому, что он просто наглый лжец. Он был лжецом. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб был наглым, причем не просто лжецом, он был наглым лжецом. И это мы хотим посмотреть и доказать, и обнаружить из его собственных слов. Мы сейчас не пытаемся его опровергать аятами или чем-то еще. Мы к этому еще вернемся и еще кое-какие вопросы затронем по этому поводу. Но сейчас мы хотим посмотреть, что он сам говорит, как он рассуждает, что он утверждает. Итак, мы на прошлой передаче что обсуждали? Мы обсуждали разновидности таухида, согласно мнению Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Я хочу сказать, что, ну, это не буду говорить, чуть позже к этому вернемся. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб утверждает, что есть три вида. Я сейчас очень коротко повторю, потому что мы некоторые части, да, этого обсуждали ранее и приводили цитаты из его книг. Если кто-то не смотрел, то обратитесь к предыдущей передаче, потому что мы сейчас просто повторим, мы не будем приводить цитаты. Итак, что он говорит? Говорит, что имеется три вида таухида, и он говорит это неоднократно. Он эти вещи, которые мы сейчас пересказываем из его слов, он это говорит неоднократно. Мы приводили цитаты из разных источников, чтобы не затягивать слишком этот вопрос, но так или иначе он очень часто это повторяет. Он говорит, имеется три вида таухида. Это рубубия, улухия и таухиду сифат. Так? Мы обсудили первые два. Что такое таухиды рубубия? Это когда человек убежден, когда человек верит, что только он создает, только он созидает, только он дарует пропитание и так далее, и так далее, и так далее. Как говорит сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, это фе'лю раббе.
Это убеждение человека относительно деяний Всевышнего. Но второй вид, тохид улюхия, это деяние самого человека. Если тохид рубубия – это деяние Бога, говорит он, то тохид улюхия – это деяние самого человека. Что такое тохид улюхия? Тохид улюхия – это ихласуль ибада, он говорил. Помните, мы приводили цитату. Ихласуль ибада – это когда все свои деяния, все свое поклонение раб посвящает творение, посвящает своему Господу. Когда все он посвящает своему Господу. Эти два вида мы так или иначе обсуждали. Но здесь есть важное отличие между этими двумя таухидами, согласно его мнению, которое также необходимо напомнить. Это то, что он говорит, таухид рубубия не делает человека единобожником. Таухид рубубия есть у мушриков, есть у неверных и так далее. То есть, если ты считаешь, что есть только один Бог, который созидает, который дарует творение, который дарует пропитание, который управляет Вселенной. Только Он единый управляет Вселенной. Если в этом убежден, ты все еще не являешься единобожником, по его мнению. И он говорит, что единобожником человека делает именно тохиду улюхия, то есть поклонение одному единому Богу. И о том, что такое ибада, что такое есть поклонение, он также приводит примеры. Да, мы это перечисляли. Эти два вида мы обсуждали уже. То есть он говорит, что именно таухиду улюхия делает человека единобожником. Именно таухиду улюхия является той причиной, ради которого был ниспослан священный Коран, ради которого был ниспослан ислам. И третий вид это таухиду сифат. Что такое таухиду сифат? Таухиду сифат это когда человек верит во все те атрибуты, согласно его определению, во все атрибуты, которые дошли до нас, во все атрибуты Всевышнего, которые дошли до нас в Священном Коране и в Сунне Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Например, в той же книге Хамсуна Суалян, 40-й вопрос, Хамсуна Суалян, мы рассказывали про эту книгу на прошлой передаче, отвечая на 40-й вопрос, он говорит, «Тухиду сифат». فَلَا يَسْتَقِيمُ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّ وَلَا تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَّ إِلَّا بِالْإِنْكَارِ بِالْإِقْرَارِ بِالصِّفَاتِ. Он говорит, тавхид рубубия и тавхид улухия не могут быть полными. Они не могут быть полными и не могут быть верными и правильными до тех пор, пока человек не признает атрибуты Всевышнего. Это тавхид сифат. لَكِنَّ الْكُفَارَ أَقَلُوا Мимман анкара сифат. Он говорит, ну он уже не определяет, он уже хокмы здесь выводит. Он говорит, что неверные, он это все как бы своего рода обвинение в адрес мусульман. Да? То есть это очень тонкие вещи, это нужно понимать. То есть он говорит, он намекает на мусульман. Он говорит, что Таухиду сифат – это когда человек признает все атрибуты Всевышнего. И таухиду улюхия и таухиду рубубия являются полными, когда человек признает эти атрибуты. Так? А потом он говорит и спрашивается, при чем здесь это? Он говорит, неверные умнее тех, кто отрицает эти атрибуты. То есть неверные умнее мусульман, он хочет сказать. То есть эти мусульмане хуже неверных, он хочет сказать. Он говорит, что неверные не отрицают атрибуты Бога, а эти мусульмане отрицают атрибуты Бога. Или же в Ар-Расалю Шахсия он еще опять говорит про этот вид таухида. Вамин аль-иман биллах, одним из условий веры в Бога, является аль-иману бима васафа бихи нафсаху фи китабихи аля лисани расулихи саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит, одним из условий веры является вера в то, чем себя описал Всевышний устами своего посланника. Мин гейри тахрифин валя таатилин. Без искажения этих атрибутов. И без отмены этих атрибутов. То есть нельзя говорить, что нельзя искажать, и нельзя говорить, что нет, этих атрибутов вовсе нету. Так?
То есть, другими словами, коротко говоря, таухид сифат — это то, чем себя, это вера в то, чем себя описал Всевышний через священный Коран и Сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это необходимое вступление, которое нужно было сделать, и в дальнейшем это вступление нам еще понадобится для обсуждения других вопросов, не только для этого вопроса. В дальнейшем это нам еще понадобится. Также я напомню, мы об этом ранее говорили, и еще раз напомню, это очень важно, иметь, помнить об этом, иметь представление об этом. Он в одной из своих книг, которая называется «Усулю дин или ислами», на странице 7 он отвечает на вопрос о том, что такое ибада. Мы ранее также об этом говорили, ибада. Вот что он говорит. «Аль-ибадату хия гаятал худу ват-тадаллул». Он говорит, что ибада – это апогей, это вершина самоприниженности, самоуниженности, самоприниженности. Самоприниженность – это вершина самоприниженности. «Ва гаятал хубби ва тааллуки лима фаала лаху далика». И апогей, и вершина любви и привязанности, любви и привязанности к тому, ради чего он это совершает. Совершает деяние, совершает действие. Это называется ибад. Если ты ради кого-то совершаешь, ради кого-то совершаешь какое-либо деяние и делаешь это с любовью и привязанностью, то это считается ибада. Любовью и привязанностью это дело, это считается ибада. Таким образом, ибада – это апогей и вершина самоприниженности, худу ва хушу, и любовь и привязанность при этом. Любовь и привязанность. Или он говорит, выражаясь другими словами, ваби ибаратан ухра хия исмун джамиун ликулли ма юхиббуху Аллах ва ярадаху мин аль-амали аз-захирати валь-батина. Он говорит, это общее название ибада, поклонение, это общее название всего того, что Всевышний любит, и всего того, чем он доволен. Это общее название. И в другом месте этой же книги он задается вопросом: «Кем анва иль ибадати аллати амар Аллаху биха?» Сколько видов поклонения имеется, сколько видов поклонения, которым Всевышний обязал свои творения. Сколько вообще таких поклонений имеет, сколько видов? Он говорит «кафирату». Это здесь же, да, то есть это же 8-я страница уже. «Кафирату», он говорит. Он много говорит этих видов поклонения, ибада, которыми Всевышний обязал свои творения. «Ваминха», но и перечисляет несколько видов. «Аль-ислам», он говорит, «аль-иман», «валь-ихсан». Это ислам, это вера, это ихсан, то есть добродеяние, благодеятельность. Вад дуа, дуа, то есть молитва. Вал хоуф, это страх, тоже является поклонением. Вар риджа, это надежда. Вад таваккюль, то есть когда полагается. Вар рахбату, это стремление. Вар рахбату, это бегство. Вал хушу, самоприниженность, валь хашияту, опасение, валь инабету, инаба, то есть это делегация, да, то есть это когда считает кого-то представителем чего-либо, валь истиана, прощение помощи, валь истиада, прибегание, то есть к помощи, валь истигата, крик о помощи, валь дебих, закалывание животного, ваннадр, то есть это надр, это когда, допустим, человек говорит, что если произойдет такое-то, такое-то, то я сделаю то-то, то-то, да, надр. Вагайру далика мин аль-ибадат аллати амара Аллаху биха, куллюха махсусатун биллахи тааля. То есть все эти деяния и другие, говорит, виды поклонения, которым Всевышний обязал, и все это принадлежит только Аллаху. То есть все это должно совершаться только Аллах.
Итак, что мы сейчас увидим? Общая, то есть, общая картина из всего того, что было сказано. Да? Смотрите, он говорит, что есть три вида таухида. Хотя это должно было уже быть понятно, но я все-таки такой, этот вывод все-таки подчеркну. То есть я ничего такого нового сейчас не скажу. Это все то, что он уже сказал. Так? Есть три вида таухида. Есть улухия, есть рубубия, есть сифат. Так? Здесь на самом деле сифат, таухиду сифат и таухиды рубубия какой-то роли в том, является человек мусульманином или не является человек мусульманином, никакой роли не играют. Почему? Потому что он говорит, что и то, и другое есть у неверных. У неверных есть таухиду сифат, у неверных есть таухид рубубия, он говорит. Так? Когда он сказал, что таухид и сифат есть у неверных? Когда он говорит, что лакиннель куфара акалу мимман анкера ас-сифат. Он говорит, что неверные умнее тех мусульман, которые отрицают. Мусульман, которые отрицают мимман анкера ас-сифат, он имеет в виду мусульман. Тех, которые отрицают, умнее тех, которые отрицают эти атрибуты. Итак, таким образом, на самом деле они не влияют на то, является человек мусульманином или не является. Мы что сейчас обсуждаем? Мы сейчас обсуждаем такфиризм, выведение человека из ислама. И поэтому мы останавливаемся только на таухиде улюхия. Он говорит, именно таухид улюхия делает человека единобожником. Именно таухид улюхия является настоящим единобожием. Все остальное не является как таковым единобожием. Хоть и мы выделили их как разновидности единобожия, но это не настоящее единобожие. Настоящим единобожием является именно таухид улюхия. Это то, ради чего был ниспослан Коран, это ради чего был ниспослан Ислам, это ради чего был отправлен его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, таухид улюхия. А таухид улюхия что такое? Это поклонение одному единому Богу. Так? Что такое поклонение одному единому Богу? Это когда человек свое поклонение, которая является самоприниженностью, является любовью и привязанностью, то есть поклонение это хушу, худу, хубб, тааллук, он говорит, то есть самоприниженность, любовь и привязанность. Это и есть поклонение. Какие виды поклонений имеются? Он перечисляет, да, то есть это страх, надежда, это таваккуль, это рагба, стремление, рахба, бегство чего-либо, опасение чего-либо, хушу. То есть это самоприниженность, хашия, опасение, инаба, истиана, прощение помощи, прибегание к помощи, крик о помощи, истигаса и так далее. Он перечисляет эти вещи. Так, что это означает? Это означает, что если кто-то проявляет самоприниженность, проявляет любовь, проявляет привязанность к чему-либо помимо единого Бога, он же не единобожник. Если человек проявляет самоприниженность перед чем-то, перед кем-то, помимо Всевышнего, и проявляет, и в нем есть привязанность и любовь к чему-то помимо Всевышнего, да, значит, он уже не единобожник, потому что именно это делает человека единобожником. И если этого нет, он же не единобожник, что бы в нем ни было, какие бы у него убеждения ни были. Это вот вывод, который мы, естественно, к которому приходим через слова самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Спасибо, уважаемый Шейх Гульбан. Мы прервемся на небольшую паузу, после чего продолжим. Уважаемые наши телезрители, мы вынуждены прерваться на паузу, после которой продолжим данную тему. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, мы прерываясь на небольшую паузу, до которой обсуждали тему такфиризма. Уважаемый Шейх Курбан, вы привели таухид, что он делится на три части у Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, и разъясняли одну из этих частей, что поклонение Аллаху, вы сказали, это страх перед Аллахом, и перечисляли там множество моментов, это
Любовь к нему И это еще есть. не все, да? Он, то есть он примеры приводит. Он говорит, кафиратун. Примеров много. А это всего лишь некоторые из видов. Он просто То есть, если одного из этого качества нету у человека, то он выходит из ислама, грубо говоря. Конечно, вне всякого сомнения. Итак, обратите внимание, эта точка зрения, это убеждение, является оно правильным или является неправильным, мы, возможно, с позволения Бога, если Всевышний позволит, мы в будущем это обсудим, да, и посмотрим, в чем недостаток этой точки зрения, в чем недостаток подобного представления о единобожии, и каково на самом деле реальное состояние вещей. Каково на самом деле действительность и реальность? Что исповедует священный Коран и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? И в чем ошибся Мухаммад ибн Абдул-Вахаб? Мы сейчас об этом говорить не будем. Мы не хотим критиковать эту точку зрения, не хотим ее принимать или опровергать, говорить, что она правильная или неправильная. Мы в будущем, возможно, если у нас получится, мы этого коснемся и посмотрим, в чем здесь загвоздка, да, в чем здесь проблема. Сейчас речь не об Нет. этом. Речь о чем? Речь о том, Пока разъяснение. что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб является первым человеком в истории человечества, в истории ислама, который высказал подобную точку зрения. То есть то, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, это то, что не имеет аналога до него. Ни один ученый, ни один мыслитель, вплоть до самого Ибн Теймии, ничего подобного никогда не говорил. Никто. И даже это нас сейчас не интересует. Нас интересует сейчас нечто другое. Что нас интересует? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб это высказывает. Это как бы нечто такое, что является вопросом убеждений, так? Это же нечто такое, касающееся идеологии, акиды, убеждения. Но Мухаммад ибн Абдул-Вахаб на вопросах убеждений и идеологии не останавливается. То есть он не ограничивает эту свою философию, это свои размышления, это свое понимание ислама, не ограничивает вопросами теоретическими. Теоретическими вопросами он их не ограничивает. Он переносит эти теоретические вещи, переносит в область чего? В образ практики. Правильно? То есть в образ фикха. Он это переносит в область фикха. Что, как переносит? А тем, что он, исповедуя нечто подобное, выводит из ислама мусульман. Он говорит, ты испытываешь любовь к этому, ты привязан к этому, ты проявил самоприниженность перед этим, перед тем, значит, все, у тебя нет таухида улюхия, ты являешься неверным и не останавливается на этом. Он говорит, тебя можно убить, твоих женщин можно забрать, твое имущество можно забрать. Так, он идет дальше, то есть он выводит это в плоскость практики, это все, так? А плоскость практики это фикх. Правильно? Фиг. И теперь задаемся вопросом. Мы уже сказали, что ничего подобного ни один ученый до него не говорил. Никаких таких делений на рубубия, улюхия, сифат, и потом говорить о том, что рубубия не делает человека единобожником, единобожником делает человека только улюхия, и при этом толковать улюхия как поклонение, а поклонение как тадаллюль и хушу, и хубб, тааллюк. Таким образом толковать, а потом приводить примеры, хоуф, реджа и так далее, прощение о помощи, прибегание к помощи, крик о помощи. Таким образом, все эти убеждения в совокупности – это нововведение самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаб. Ни у кого другого до него нет. Если есть, пускай продемонстрируют. Ни у кого другого ничего подобного до него нету и не было. Нет ничего. Это его уникальный взгляд на ислам, так? Потом он переносит это все в область фикха, так? И выносит фетву о куфре. В первую очередь хамбалитов. Он выносит
такфир хамбалитам. Почему? Потому что, ну, Саудовская Аравия — это в основном хамбалиты. И он в первую очередь, когда начал исповедовать и проповедовать свою... Начал войну с ними. Он начал такфирить их. Он вынес такфир им, хамбалитам. Так? Теперь вопрос. И это не только... Он выносил такфир не просто обычным людям. Он выносил такфир в том числе и ученым хамбалитским. В его письмах эти имена ученых хамбалитских, его современников, фигурируют, в том числе его собственный брат, Сулейман ибн Абдул-Вахаб. Его собственный брат тоже хамбалитский ученый был. И он не единственный. Там есть целый огромный список ученых, которым он вынес такфир. В его письмах в Ар-Рисаля-ш-Шахсия. Если не ошибаюсь, его отец также был, имел роль в суннитском мире. Конечно, его отец тоже ученым был. Да. В его письмах Ар-Рисаля-ш-Шахсия, обратите внимание, Ар-Рисаля-ш-Шахсия, там фигурирует огромное количество имен, которых он просто-напросто такфирит. То есть он свой такфир не обратил в сторону иудеев, христиан, не обратил в сторону буддистов, многобожников, идолопоклонников или кого-то еще. Он обратил свой такфир в сторону хамбалитов, именно в сторону мусульман, именно в сторону суннитов и хамбалитов. А можно ли кого-то перечислить, помимо Ибн Тайми, кого он не обвинял в неверии? Или все-таки он были люди, которых он не обвинял напрямую? Помимо Ибн Тайми, конечно. Конечно, были ученики. Захаби. Да, Захаби, Ибн Кайим. Там много ученики Ибн Тайми, которые... Но тех, кого обвинил, их было намного больше, чем тех, кого он не обвинил в неверии. Да, это, допустим, тот же сам Аль-Бусейри, выдающийся суннитский хадисовед и толкователь хадисов. Аль-Бусейри, допустим, он считал... У Аль-Бусейри есть обращение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорит: «Я акрам аль-халлак», «О самый достойный из творений». Это вот высказывание Аль-Бусейри стало причиной того, что он впал в немилость Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Это высказывание. Ну, потому что, ну, такие вещи обращаются к... Дуа делает к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Я акрам аль-халлак». Ну и так далее. То есть, ну, по сути, кроме Ибн Таймии и учеников, все остальные или напрямую, или косвенно были обвинены. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что хамбалитские ученые также были обвинены в неверии. Теперь вопрос в следующем. Обвиняя этих людей в неверии, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб вынес собственную фетву. Это один вариант, предполагаемый. Второй вариант: Мухаммад ибн Абдул-Вахаб не выносил свои фетвы, он был последователем Ахмада ибн Хамбала. Он был хамбалитом, он был последователем Ахмада ибн Хамбала. Он, исповедуя, издавая подобные фетвы, ссылался на фетвы хамбализма, хамбалитского мазхаба. Так? Может быть что-то третье между этими? Или он свою фетву вынес, или он является муштахидом, или он является мукаллидом Ахмада ибн Хамбала. Одно из двух, правильно? Теперь вопрос. Если он издал фетву хамбалитских ученых, он издал то, что до него говорил хамбалитский мазхаб, то где? Кто это сказал? Кто на подобных основаниях вынес кому-то такфир? Кто подобным образом кому-то такфир выносил? Есть такие фетвы? Нет таких фетв. Таких фетв нет просто. До Мухаммада ибн Абдул-Вахаба в хамбализме нет таких фетв. Значит, здесь должен быть что? Иштихад. Он должен быть муштахидом, чтобы такую фетву издать. Значит, он объявил себя муштахидом наряду с Ахмадом ибн Хамбалом. Но при этом, если мы обратимся к его собственным словам, он лжет. Что он говорит? Обратите внимание. В Ар-Рисаля-ш-Шахсия на 40-й странице он в одной из своих писем, потому что Ар-Рисаля-ш-Шахсия — это сборник его писем, говорит: «Мин аль-бухтан». Он говорит одним из наветов и одним из обвинений, беспочвенных обвинений в мой адрес,
Аллади аша аль аада, которые распространяют враги мои, то есть его враги, то есть одним из бухтанов, одним из обвинений, необоснованных обвинений, Клевета. одной из клеветой в мой адрес, которая распространяется на моими врагами, что инни адда иль иштихад, что я объявил себя мучтахидом. Он говорит, я не являюсь мучтахидом, я не объявлял себя мучтахидом, он говорит. Что я не, что я объявил себя муштахидом и не являюсь мукаллидом имамов, ну, в том числе мукаллидом Ахмада ибн Хамбала. Он говорит, меня обвиняют, это бухтан, это клевета в мой адрес, что я объявил себя муштахидом и не следую за имамами, что не являюсь мукаллидом имамов. Он говорит, это Это бухтан, клевета. это клевета в мой адрес. Так? Теперь вопрос. Это разве не ложь? Это разве не наглейшая ложь? Почему? Потому что этот такфиризм, который он, эти фетвы, которые он издавал о неверии мусульман, хамбалитов и хамбалитских ученых, об их неверии, у него в Расалю Шахси это есть, он по именам даже такфир выносит некоторым хамбалитским ученым своего времени. Это разве не ложь? Это разве не наглейшая ложь, то, что он говорит, что я не объявлял себя мучтахидом? Если не объявлял мучтахидом, то почему ты издаешь от самого себя, выводишь свою собственную философию, свою собственную идеологию, и на основе этой идеологии издаешь фетвы? Это иштихад, это самое что ни на есть иштихад. То есть поэтому он, когда говорит, что меня обвиняют, он, когда говорит, что меня клеветали, это на самом деле ложь. Это не единственный случай, у него часто это происходит. Он говорит, меня обвинили в том, обвинили в этом, но сам же в этом же самом месте опровергает свои же собственные слова. Это как-то вот, не знаю, как-то так получилось. Это не особенность не только самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. У него последователи такие же. Противоречат друг другу. Да, вот они говорят, тут что-то скажут, и тут же начинают это опровергать. Тут же, не уходя далеко. То есть это прямо вот, не знаю, это вот от умственной какой-то отсталости, интеллектуальной какой-то недоразвитости или от чего это, но вот, или это душевное что-то. Так или иначе, но Наблюдается. этот особенность, этот факт наблюдается. Или же в другом месте этой же книги, он неоднократно это говорит, 64-я страница этой же книги Ар-Рисаля Шахсия, в другом письме он говорит, что «Ма хуа миналь бухтани захир», что говорит, он говорит, что очевидной клеветой в мой адрес является следующее. Он говорит «Инни мубтилюн кутуб аль-мадахиб», что я отрицаю книги мазхабов, четырех мазхабов. Он говорит, это бухтан. Он говорит, это «Инна наса мин ситуми атисана алейсу аля шейн». Меня обвиняют и меня клеветали в том, что я считаю, что на протяжении 600 лет не было мусульман. «Инни адда иль иштихад». И еще одной клеветой он говорит, что я утверждаю, что я муштахид. «Инни хариджун ани таклид». И что я вышел из таклида имамом. Вышел из таклида имаму Ахмаду бин Хамбаль. Он говорит, я не выходил, это То есть я до сих пор клевета. следую ему. Да, я следую за ним. Это, то есть те фетвы, которые я издаю, это его фетвы. А где эта фетва была? Где вот такфир хамбализма и хамбалитских ученых, хамбалитских мусульман, следующих за Ахмаду бин Хамбалем? У кого есть такая фетва до Мухаммада ибн Тем более, Абдул-Вахаба? если ты не мучтахид, как? Откуда ты взял эту фетву? Конечно, то есть мукаллит он Ахмад ибн Хамбала объявляет себя. Где эти фетвы? Где вот то, что ты говоришь и на основе чего ты выводишь людей из ислама, обвиняешь их в неверии и идешь дальше, считаешь дозволенной их жизнь, имущество и честь? Где эти фетвы у хамбалитов? Значит, ты лжешь, это наглая ложь говорить, что я не вышел из таклида, что я остаюсь на таклиде, что я не объявлял себя мучтахидом, что я не выходил из таклида Ахмада бин Хамбала. Уважаемый Шабаба, наша передача подошла к концу. Если вы Если хотите есть у за... нас немножко времени, я закончу все-таки на следующей передаче, иншаллах, перейдем немножко к другим вопросам. Иншаллах. Я очень коротко постараюсь, хотя здесь довольно-таки... В другой книге «Ад-Дурар-Суния»,
приведено еще одно письмо Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Это 10 том, 51 страница. 10 том, 51 страница. Он рассказывает о себе. Это на самом деле очень важно. Я знаю, что сейчас у нас времени нету, но то, что он рассказывает в этом своем письме, очень многое раскрывает. То есть раскрывает на самом деле всю глубину той лжи, всю явность и наглость той лжи, которую он сказал. То, что он не вышел из Таглида. Он говорит, что «Ва'ана ухбирукум ан нафси, валлахи ла, валлахи лади ла илаха иллаху, лакад талабтул ильм». Он говорит, что я расскажу вам о себе. Когда я был еще студентом, он говорит, «Ва'ахтакада ман арафани анна ли ма'рифатан». И те, которые знали меня, считали, что я ученый. «Ва'ана дзалика аль-вакт, ла арифу ма'ана ла илаха иллаллах». А когда я был студентом, я даже не знал, что такое «ла илаха иллаллах». Нет Бога, кроме единого Аллаха. «Вала арифу дин аль-ислам». Я не знал ничего об исламе. «Кабля хада л-хайри л-лади мин Аллах би». До того, как Всевышний даровал мне это знание. Вот это то знание, которое мы разъясняли на протяжении этой передачи и предыдущей передачи. То есть он говорит, что это было даровано мне Всевышним. Он меня облагодетельствовал, даровав мне это понимание и это представление об исламе и о единобожии. То есть он не получал эти знания от своих предыдущих ученых. Он не получал от толкователей, от ученых, которые были до него. Он получил от Всевышнего это все. «Вакедалика мяшайхи». И точно так же мои учителя, он говорит. Они тоже не знали об этом. Хамбалитские учителя, и в том числе его отец, да, они не знали, что такое «ля илляха илляллах» и не знали, что такое ислам. «Ваминхум раджулун арафадалика, фаман заама миналь уламаль арид». И ученые этих земель предполагают, что «аннаху арафа ма'на ла илляха илляллах», что они знают, что такое «ля илляха илляллах». Ученые земель этих Саудовской Аравии и около Саудовской Аравии, что они полагают, они предполагают, что знают, что такое единобожие, но они не знают, что такое «ау арафа ма'на аль-ислам», или что они знают, что такое ислам. «Ау за'ама мин машаихихи ан ахадан арафа далика», и что их ученые знают, что их учителя знают, что такое «факат кедаба вафтара», это ложь. Он говорит, что я, когда был студентом, полагал, что знаю, что такое «ля илляха илляллах», знал, что такое ислам. Но я не знал этого. Точно так же не знали мои учителя, те, у которых я обучался. И он говорит, и ученые, они полагают, что знают, его современники. Он говорит, что мои современники, ученые мои современники, которых он в других своих письмах называют теми, кто утверждает о своей учености. Или же в некоторых местах говорит мушрики нашего времени, называет он этих ученых. Он говорит, эти ученые не знают, что такое «ля илляха илляллах», не знают, что такое ислам. То есть он говорит о том, что он выводит фетвы, то есть я перескажу, да, то, что он говорит, он выводит фетвы о такфиризме на основе того, что свойственно только ему, знает только он. Ни ученые хамбалитские, ни до него, ни в его времена эти знаниями не обладали. Они не знали, что такое «ля илляха илляллах», они не знали, что такое ислам. Разве это не иштихад? Это не иштихад разве? Вот по совести, положа руку на сердце, это не иштихад? Разве он не лжет нагло, когда говорит, что я не выходил из Таглида, что я остаюсь на Таглиде, что я не объявлял себя муджтахидом? Конечно же, вне всякого сомнения, это наглейшая ложь. Поэтому мы обнаруживаем, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, помимо всех своих порочных качеств, был еще и наглым лжецом, который не имел достаточно смелости, чтобы объявить себя, открыто объявить себя муджтахидом, несмотря на то, что он именно это и исповедовал. Считал себя муджтахидом. Уважаемый шейх Гурбан, спасибо большое за эту полезную информацию. Иншаллах, мы будем вас ждать на следующей передаче. Уважаемые наши телезрители, мы вас благодарим, что оставались с нами. На этом передача наша подошла к концу. Иншаллах, увидимся на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.